Здрасте, накрасьте, меня зовут Анна Кравченко, и вы на моем канале. Очень часто распространенный миф, что если вдруг вы прокрасили брови, на коже не очень хорошо взялся отпечаток, можно еще раз замешать краску и нанести ее второй раз. Но когда вы это делаете, вы видите, что ничего не происходит, ярче не становится, а иногда наоборот становится менее ярким. Вот сегодня мы разберемся, почему так происходит. Для того, чтобы было наглядно, я возьму синий бустер, то есть это та же краска для бровей, просто она будет, когда окисляться, она будет синего цвета. И смешиваю ее с окислителем один к одному. И смешиваем. Ждем, пока у нас произойдет реакция. Суть в чем, что краска имеет щелочной pH, и щелочной pH растворяет краску. И для этого мы возьмем в дальнейшем чистый аммиак, который имеет щелочной pH, зальем его в краску, и вы посмотрите, что будет происходить. Да, есть исключение, есть краска на основе DMAMP, Smart Brow Tinting System, и она имеет нейтральный pH. Вот ей можно докрашивать второй раз. Теперь берем аммиак, главное не дышать. И не повторяйте эти опыты дома, поэтому я для вас это и показываю, чтобы вы не повторяли. И заливаем. И продолжаем смешивать. Сейчас у вас начнет меняться цвет. То есть, видите, она стала буквально прозрачная. И уже ничего нам не прокрасит. Итак, делаем вывод, что мы красим сразу красиво с первого раза. Если вдруг у вас недостаточно окрасилась кожа, второй раз вам не поможет то, что вы нанесете на этот участок краску. Надеюсь, информация для вас была полезна. Всем пока!